Сегодня у Гомеля стартовала доброчинная акция «Елка жадания». У 9-й год запар студентский актив медуниверситета организует сбор новогодних подарунков для детей с обмежеванными махчимостями и сирот. «Елку жадания» разместили у гандлевом центре «Сокрет». У якости оздобления на ей листы, адресованные Деду Морозу. Их написали выхованцы Гомельского дитячего дома, навученцы центра коррекционно-развивающего навучания и реабилитации, а так само медперсонал областной дитячей больницы от имя немовлят-сирот. Сирот пожадания у цацки и шмат звычайных речев. Святочная сукенка, обуток, косметичные сродки, дитячее харчевание. У кожным листе дети так само рассказывают про свои интересы и захопления. У завершении жадают своим чаровникам и феям счастливого Нового года. Это, знаете, так трогательно, когда ребенок пишет письмо Деду Морозу. И вот этого, я считаю, не хватает сейчас в жизни, именно вот этого волшебства. И хочется его как-то поддерживать, чтобы все-таки хотя бы для детей, которые нуждаются в этом, это происходило, эти чудеса случались. Детки ждут нас, детки ждут праздника. И я так думаю, что подарить этот праздник в наших силах. Поэтому мы и делаем эту акцию традиционной. Протягнется акция до 11 студеня. Свои долгочаканные подарунки хлопчики и девчонки отримают напередодні старого Нового года.